Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Молодцы, что пришли. Я знаю, сегодня очень сложный день. Многие мои друзья отдыхают. Кто-то в Москве, кто-то в Испании, кто-то на Мальдивах. В общем, лето, конечно, сложное время. Но я знаю, если вы пришли, значит, вам это нужно, значит, вам это интересно. И мы сегодня с удовольствием познакомим вас с новой музыкой, которую мы первый раз исполняем на сцене. Я написал порядка 12 композиций новых после путешествия по Италии. Но сегодня мы вам покажем 5 новых композиций. Все еще не совсем готовы, как бы в стадии революционного периода находится. Начинаем мы наш концерт с нашей известной композиции, с пластинки Пуэрто-Рикана, которая называется «Майский джаз». Thank you.
Называется Reflections, что значит отражение. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция тоже как бы родилась в Италии. Это очень нежная, медленная баллада. Я назвал ее «Блики на воде», но это уже, конечно, ближе к Венеции. Итак, баллада «Блики на воде».
Сейчас мы сыграем нашу известную композицию, которая называется «Сальса летнего вечера». Thank you.
Варданов Павлоян, соло барабанов. Алексей Лебедев, бас-гитара. Я предлагаю не делать перерыв, да, играть подряд два отделения. Вы не против? Еще пять вещей мы сыграем. Следующая композиция, одна из центральных вещей в будущем альбоме. Она так и называется «Флоренция». Thank you.
Следующая композиция, ну, это одна из наших любимых вещей, такая веселая концертная пьеса, которая называется «Свежий квадрат». Thank you.
сейчас мы вам сыграем композицию, которую давно не исполняли. Это пьеса написана по мотивам древней восточной музыки с нашей пластинки «Лотос моего сердца». Композиция так и называется «Лотос моего сердца». Thank you.
Сейчас прозвучит новая композиция из политического альбома. Кстати, у нее нет названия, я не стал мучиться. А вот хочу вам предложить придумать название. В конце концерта подойдите. Если у вас будут идеи, я с удовольствием запишу. Эта композиция в стиле фанк, шаффл фанк. Вот такая довольно энергичная, веселая композиция. Thank you.
звучит наша московская самба. Thank you.
заключение нашего концерта мы сыграем композицию, которую вы, наверное, знаете хорошо. Это хит всех времен и народов. Написал ее Гэри Брукер из группы Прокол Харум. Эта мелодия стала по вопросу издания Гиннесса второй по популярности в 20 веке. Называется эта композиция «The White Shade of Pale». Thank you.
Спасибо большое. Вот так у моя, Алексей Лебедев. Вячеслав Горский. Спасибо вам огромное. Мы вас любим. До свидания. Приходите к нам на концерты. Счастливо!